такая прям станция. Ивантеевка такая крутая станция, бля. Привет, конечно же, и папа, и бабуля Шура, и Лена, и Настя. Все передают большие приветы. Сережа. Да, он сначала плакал, потом уже смеялся, все хорошо. Там нету. То, что твоя кроватка будет плакать по тебе. А, и вот этот подъезд вот такой вот, он высокий, да, стеклянный идет. И вот на всех ярусах там, значит, такие вот растения, так красиво все построено. Велосипеды. Ага. Здорово. Такое. Здорово. И мы поедем на лифте, да? Так, вид сверху. Это мы на каком этаже? А, на пятом вы живете, да? Ага. Ну классно. А, вот ты показываешь. Где там наши мейкуны? О, Лиса, встречай, какая она большая. Лиса, привет. Нет, здесь собирать. Ура! Ой, ты батюшки, ой, ты позевусы. Да. Дай, пожалуйста, наушники. А где они? Они где-то там на тумбочке, рядом с телевизором. Да. Давай стекло закроем, эти страшные. Короче, а они у них случайные? Вообще, они... Все, мама, привет. Сколько у тебя детишек? Да. Ну да. Сон на рюкзаке. Да, да. Ой, ой. Водичку лапкой трогает. Зарывать сейчас будет. Что-то я так скажу. Что-то я... На филену-то надо поесть ее, да? Я поспал. Да, что-то он вроде хочет курочку поесть. Лапа его не трогает. Ага. Ты сразу интересовался, да? Спасибо. Ага. Слушай, какие они классные. Ну, конечно, мама забыла нас нажать на рэк. Какие детки, все рыжие и рыжие. У них, кстати, мышка такая. Вот. Раз. Собрание. Вечернее собрание. Какой им простор у вас вообще. Кто занимается котятами, у них там вообще нет такого простора.
там сидят где-нибудь, все себе.